сегодня мы запустили Матч ТВ, новый канал, и очень приятно то, что этот канал начал свои трансляции именно с баскетбола. Я надеюсь, что баскетбола будет больше в этом году и что он будет качественнее. Я уже почувствовала на себе, потому что на самом деле все изменилось в лучшую сторону. У нас теперь 3 комментатора. Студия, в которую мы приглашаем гостей. Очень интересные у нас гости сегодня были. Захар Пашутин и Андрей Кириленко обсудили игру, обсудили насущные темы. Но мне очень понравилось, потому что чувствуется очень высокий профессионализм. Конечно, мы знали, что будет 1 ноября открытие. Мы знали, что будут готовиться и на нашем матче. К сожалению, немножко убавили мероприятий развлекательных в связи с травмам сегодня. Прошли память погибших. Минуты молчания. Но сам процесс создания канала и то, что взялись за это таким серьезным образом, не может не радовать. Мы все видели, как к этому готовились, мы видели новые трибуны для ведущих, для лучшей картинки, много эффектов. Я думаю, мы все это еще увидим в этом сезоне, и это положительный результат. Была хорошая посещаемость. Может быть, она даже не уступала евролижной, то, что было на матче с Бамбергом. Да, что касается игры, то я просто увидел, что у нас появился карьерист в команде. Это он же капитан Виктор Хряпа, который, выйдя на площадку в присутствии президента Российской Федерации баскетбола господина Кириленко, играл так, как он никогда не играл раньше в этом сезоне. Андрей Кириленко не на скамейке, к сожалению, уже, поэтому пришлось ему отправлять на VIP-трибуну Андрею Геннадьевичу. Большой привет. Я видел, как он был рад за меня, поэтому почему бы не адресовать эти замечательные трехочковые ему.